Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы всадники Олуха. Так, 11-й день, я забираю древесину. Так, то нам не нужно. Сегодня мы должны допройти события, потому что иначе я не смогу. Не смогу пройти вообще, потому что завтра, по-моему, истекает срок, если я не ошибаюсь. Да, завтра я уже, ребята, не смогу пройти, потому что проработаю весь день, и, соответственно, не закроем. А сегодня есть шанс. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, бог с ним, придется немножко нам потратить рун. Но это ничего страшного. Ну что, давай тогда сразу приступим к прохождению. Кстати, вот читал комментарии, ребята. По поводу второго канала пишут: Рэй, почему у тебя там лагают видео? Ребят, я не знаю, я пересмотрел специально те видосы, под которым вы оставляли комментарии по поводу подлагиваний. У меня все идеально показывает. Все идеально, никаких подлагиваний, ничего нету. Не знаю, почему у вас лагает. Странно. Когда лагает игра, я говорю, ребята, лагает игра. Там прям видно, что лагает, но это во время прям съемки лагает у меня. Но чтобы, извини меня, прорендерил, я выложил видос на канал, и оно стало там лагать. Это, ребят, не знаю, это, наверное, что-то у вас. Или если где-то лагает, вы уже ставьте таймер, чтобы я посмотрел и хотя бы знал причину. Может быть, в этот момент... Знаешь, бывает какое-нибудь обновление Windows, ни с того ни с сего, вдруг он захотел обновиться, и вот втихаря начинает это делать и начинает подлагивать. Пишите мне тайминги в комментариях, чтобы, ну, может быть, там не все видео, а где-то определенные какие-то моменты подлагивают. Так что, как говорится, и мне будет проще искать, как говорится, ну и, соответственно, вам тоже будет проще то, что... Я найду эту ошибку и как можно быстрее попробую ее исправить. Так, знаешь, что нам нужно сделать? Ой-ой-ой, я не то сделал, я не то... А хотя, в принципе, что не то, все нормально. Все пучком. На, ой. Я вообще-то думал, что мы его сможем раздеребанить. Так, хорош. Ну что, попрощаемся с ним? Блин, так не уничтожим. Давай тогда хильнемся, наверное. Так, ребят, ну, вот этот вот видос уже выйдет на следующий день. После того, как я снимаю, потому что снимаю я его сейчас после работы, на часах 10 часов вечера. Я в любом случае не успею выложить, точнее, прорендерить оно успеется, но выложить я не успею, потому что я уже буду спать. Завтра мне опять на работу. А извини меня, когда не выспишься и 12 часов тяжелейшей работы, ну, это такое себе счастье. Как, например, сегодня, я думал, что на этой жаре просто сдохну. Просто, ребята, сдохнусь. У меня 10 потов вышло. Солнце пекет, везде стекла. Прогреваешься, как, я не знаю, как в духовке. Да. Поэтому нет. Нет, ребятушки. Снимем видосик. Ну, еще черепашки я, наверное, зацеплю сегодня. Максимум по полчаса. Ну, часики я, короче, потрачу на все. На, как говорится, на две игры. И буду со спокойной душой, как говорится, уже отдыхать. А завтра у меня будет коротенький выходной. Эти видосики спокойненько выложу себе. И, как говорится, вы посмотрите, и я буду доволен. Ну, а мы тут выиграли. Так, давай крутанем колесо и посмотрим, что нам здесь достанется. Выпадает нам древесина. И еще такой вопрос. Рэй, почему ты не снимаешь новые видосики? Ну, видосики новых игр. Ну, во-первых, я уже ответил, как бы, под этим комментарием. Я написал, что в последнее время, если честно, ребята, нету хороших игр. Я постоянно мониторю, есть игры, но, понимаешь, они не новые, они обязательно с какой-либо игры слизаны. Просто немножко где-то переделана графика, где-то что-то там немножко добавлено, а так, чтобы что-то вот новое, эксклюзивное, такого нету, ребят. Мне намного приятнее играть в старые игры, где-то вот, знаешь, начиная... 19-18 год, например, вот как Angry Birds Epic. Офигенная, ребята, была игра, офигенная. Нет, взяли ее, закрыли, а. Что у нас там еще было из такого? Ну, вы помните, да, в свое время мы играли Hustle Castle. А многие ли помнят причину, по которой я ее забросил? Я думаю, что многие помнят причину, потому что наши разработчики стали до того жадными, что объединили сервера. То есть они сделали... Раньше у нас были разные серверы. То есть был европейский сервер, да, был русский сервер. И был, по-моему, китайский или... Да, по-моему, китайский. Так они взяли и объединили все это. Причем объединили с донатом мировым.
То есть, ну ты понимаешь, да, если ты покупаешь пак определенный, да, для, например, для американца или там для японца, это копейки. А для русских это, извини меня, целое состояние, чтобы там что-то купить. В принципе, это была большая причина, по которой я бросил играть. Были такие игры, как, например, пытался я себя проявить в Overwatch. Потому что за кадром в нее я, ребята, очень много играл. Так же, как и... Как она называется-то? Не Overwatch там, а... Бегали-то там всякими героями. Захватывали территории. Она, это, онлайновая. Но офигенно прикольная. Как же она... Называлась, не помню. Ну, тоже, ребята, от Близзардов все это было. Сейчас продолжим. Так, крутим, смотрим, что нам выпадает. Hearthstone, ребята, тоже была офигенная игра карточная. Я вообще обожаю карточные игры. Я их очень-очень давно любил. Ну как, и люблю до сих пор. Опять же там наворотили много чего. Много, ребят, чего, что... Ну, просто уже начала голова болеть от этого всего изобилия, что они там сделали. А я в нее играл на самом, так сказать, ее открытии, да, когда она еще была вообще там не раскрученная нифига. Ну, там мы, конечно, зажигали конкретно. Тоже я там и ежедневки выполнял, все, наверное, помнят. Это очень старенькие видосики, но они до сих пор на канале есть, так что, если кому-то вдруг интересно, он может зайти и посмотреть. Ну, многие, ребята, игры, заброшены мной. Но не, как сказать, мной заброшены, но не по моей же причине. А по причине того, что, например, они просто сейчас отсутствуют в Play Market. Понимаешь, да? Просто игры нету. Помнят все, наверное, Битва монстров, да, игру. Все говорят, Рэй, почему ты это? Ну потому что ее нету, друзья мои, ее нету в этом. Она не обновляется, ты в нее не можешь зайти. Просто элементарно не можешь зайти, потому что ее... Все. Ее больше как бы не продвигают. Это так же, как и Epic Game. Тут Epic Games, что хотел сказать. Это то же самое касается, например, игры Angry Birds Epic. Вот ее нету сейчас в магазине, да? Как бы. А у меня, например, есть аккаунт на телефоне. На телефоне. И он до сих пор, ребята, играбельный. Но, правда, там никаких обновлений нету. Там все пройдено и как бы смысл. И удалять жалко, понимаешь? Потом, помнишь такие игры, как вот многие пишут, Рэй, поиграй в миксели, продолжи играть в миксели. Ребятушки, с удовольствием бы я поиграл в эти миксели, если бы она была. Ее можно скачать со стороннего, конечно, ресурса, но там именно идет мод, то есть взломка только. То есть со всеми ресурсами, а вы знаете прекрасно, что я не особо любитель именно вот, как бы тебе сказать... Ну, играть во взломки. Я не особо любитель, ребят. Предлагаю больше, как говорится, по чесноку играть. И таких игр тут тысячи, ребята, тысячи. Черепашки-ниндзя, они когда в последний раз обновлялись? 5 лет назад. 5 лет назад. Или даже 6 лет назад. Это касается игры «Растения против зомби. Герои». Она тоже, ребята, в последний раз обновлялась в пиццерии «Горохи». И вот игры-то сами по себе хорошие, но, видишь, зацикленные. Что значит зацикленные? Это значит, ребята, что мы играем в одно и то же изо дня в день без добавления какого-то нового контента. Понимаешь, да? Вот я для себя определенную цель поставил, например, прокачать всех персонажей полностью. И спрашивают многие, а вот, Рэй, когда ты прокачаешь всех персонажей полностью, что ты будешь делать? Ребят, ну что мы будем делать? Мы будем с вами просто брать... ваши, как вы там называете, подборки и тестить их. Ну, такой вариант тоже может быть. Почему бы и нет? Я, например, нисколечко не против этого. Сейчас я не могу этого делать, потому что не все персонажи у меня прокачаны, и я не могу тебе сыграть полноценный бой теми персонажами, которые вы хотите. Это также касается, ребята, как Marvel Snap. Мне пишет один из подписчиков, Рэй, попробуй такую-то, такую-то, такую-то. Ну, то есть возьми таких-то, таких-то персонажей, очень топовой колодой. Я такой, хорошо, захожу, а у меня, оказывается, нету там пару персонажей, которых он попросил сделать. И я сижу и думаю, блин, а без этого персонажа, которого у меня нет, будет ли эта колода топовой? Понимаешь, в чем дело? Так что тут, ребят, как говорится, много что зависит не от меня.
А помнишь Doomsday игруху? Помнишь? Офигенная игра, где мы должны защищаться, защищать свой замок. Мы играем там за злодея, и мы должны защищать свой замок от рыцарей. Мы типа похитили там принцессу, и к нам идут всякие там рыцари, там, в общем, все эти там пастыри всякие, потом супермены там даже начинают летать, и мы должны защищать этот замок. И хорошо, что я ее успел пройти, друзья мои, потому что она же тоже исчезла из магазина. И многие спрашивают: Рэй, а где скачать, а где взять? Ну, нигде уже ее не взять, друзья мои. Если только, опять же, где-то на сторонних сайтах. Но, опять же, не факт, что ты ее скачаешь, и она у тебя пойдет, потому что она уже не поддерживается, понимаешь? Все, тю-тю, поезд ушел. И вот так вот много каких игр, ребят, касается. Мобильный гейминг, он такой, знаешь, он... Как бы тебе сказать, в одну игру ты можешь играть там практически вечно. И очень мало игр, которые постоянно поддерживаются. Год, два, три, четыре, пять, и все, ребят, закрывается. Помнишь игру мы играли тоже на закате моего гейминга, где мы... Там вид из глаз. Как-то киллер, не Pain Killer, а как-то она там звалась, не помню я уже. Тоже все вроде бы ничего, но тогда можно было подонатить, понимаешь? В то время можно было подонатить чуть-чуть, потому что донат, ну, разрешали. Сейчас же нельзя ничего сделать, не купить пак, ничего. А там очень проблематично собрать себе офигенное оружие без вложений, поэтому... А, Unkillet, ё-моё, Unkillet. Офигенная игра, мне понравилась, я вообще ее взахлёб, ребята, играл, но видишь... Опять ушла, как говорится, на закат у нас, на задворки. Также спрашивают: Рэй, а почему ты забросил играть Мир Юрского периода? Друзья мои, объясняю еще раз. Мир Юрского периода я забросил играть из-за того, что она постоянно вылетала. Она постоянно вылетала, и зайти в игру после этого вылета было проблематично. Просто проблематично. Иногда бои зависали, а бои зависают, тебе приходится выходить, заходишь в бой, у тебя уже драконы эти отыграны считаются, ты их не можешь взять. Ну, как бы вот такие вот мелкие нюансы, но они так напрягают, если честно. Так что, еще раз повторяю, друзья мои, и рад бы поиграть, и хочется, но они все сделали так, чтобы вот ничего у тебя не получилось. Таковы реалити. Вот. А есть игры, ребят, которые меня вот просто убивают. Знаешь как? Вот, например, игра офигенная. Вот вспомнишь Кошачий кемпинг? Игру мы играли. Ну вот смотри, я играл, да, у меня, например, навернулся эмулятор. Тот, на котором я играл именно в этих котиков. Я его сношу, делаю бэкстап, то есть восстанавливаю обратно. Все, ребята, игра вроде бы установилась, но ты играешь с нуля, понимаешь? Все, твой прогресс улетел, потому что нету там... привязанности, привязки аккаунта. Нету его, понимаешь? Его нету. Если в Черепашках-ниндзя есть, в Дракону-саднике Олуха есть, да? Многие прикольные игры есть, у них привязка аккаунта. Там нету. И если вдруг что-то происходит, ты заходишь в игру с нулевым аккаунтом. Это то же самое касалось, ребята, помните про обезьянку, которая защищала свой лес? Я думаю, многие помнят, мы играли. Сколько мы там с тобой наиграли часов, сколько мы там пооткрывали локации, мы практически все открыли. Накрывается у меня эмулятор, я перезахожу, и все, тю-тю. То же самое, ребята, Swamp Attack 2, Болотная Атака 2. Один в один. Игра в раннем доступе, играйте, не пожалеете, все будет впереди, обновление, все. Вроде бы была привязка к аккаунту была, да, вроде бы ты там зарегистрировался, все. Но так как она еще в демо-версии, типа в демо-версии, то есть аккаунт, который ты привязываешь, он тоже считается как демо. И при каждом обновлении демо-версии игры этой, все у тебя слетает. Это то же самое касалось игры про зомби, я не помню, как она называлась. Три раза я ее начинал проходить. Три раза, ребят, на канале. Они по одному уровню добавляли каждый раз. И каждый раз тебе приходилось все заново. Ну... У кого хватит терпения по 100 раз проходить одно и то же? У меня лично, ребят, не хватило никакого терпения. И поэтому вот так вот все и получается. По своей воле бы я бы вряд ли бы что-то забросил. Единственное, что бывают такие моменты, когда...
Ты как бы начинаешь играть какую-то игру, вроде бы она тебе понравилась, да, вроде бы все хорошо в ней, но опять же, нету элементарно времени, друзья мои. Вы думаете, что... Вот смотри, на этом канале, да, мы с тобой там снимаем часто там 5, 6, 7 игр каких-то определенных, чередуем, две на постоянку идут. Вот, вроде бы все нормально, да? Но по времени, ребят, по времени сколько это отнимает? Я, например, захожу на свой второй аккаунт, да, на второй аккаунт, где у меня компьютерные игры. И все, я там просто зависаю. Там, если начинаешь проходить какую-то игру, ну там не обойдется 30 минутами, ты пойми, не обойдется 30 минутами. Там как минимум час, ребята. Поэтому вот так вот все это и происходит. Так, мне не нравится. Фух, я думал, сейчас в барсика бомбанут. Давай-ка мы этого добьем, наверное, все, пишите-ка. Поэтому, ребята, вот такие вот происходят штуки. Иногда вы просите поиграть в такие игры. Какой-то там кабум, шутер. Что за кабум? Если ты называешь игру, так ты пиши, как она называется на правильном языке. Не так, как сам кабум, а именно К-А-Б-2-О-М, чтобы я знал. А то сидишь иногда и просто догадывайся, что за игру имели в виду. Вот. Такие просят игры поиграть, как вот, например, Гренни. Друзья мои, ну... Не то, чтобы я против этой игры. Но это, наверное, все-таки как бы не мое, я бы так сказал. Я не люблю игры вот такого жанра. Что-то искать, какие-то ключики там подбирать, там... Ну, такое себе, знаешь... А кому-то нравится, кто-то хочет посмотреть. Но я думаю, что если, ребят, кому-то хочется и это, он найдет. Найдет ютубера, который эту игру снимет, поверь мне, лучше меня. А я только буду потом от вас получать комментарии. Фу, играть не умеет, ё-моё, там то себе 5-10, куда ты лезешь, блин. Что, думаешь, приятно это слушать, что ли? Нет, конечно. Вот такие вот пироги. Так что, друзья мои, все бы хорошо, да ничего хорошего, как я говорил. Смотри-ка, нам повезло, ребята. У нас сработало... два уклонения. Блин. Ты везунчик, ёпрстый. Два уклонения. Ха, нормально. Ой, я не помню, ребят, чтобы прямо аж два уклонения сразу срабатывало. В общем, выигрывался я чуть-чуть. Надеюсь, вы меня поняли и примите это к сведению. Давай-ка крутанем, посмотрим, что нам здесь выпадет. Ага, рыбу дали нам. На этот раз у нас выпала рыба. Ну что, мне придется, ребята, тратить тогда одну руну. 65, блин. Обидно, конечно, но... 65 потратим, 250, надеюсь, получим. Вот, еще тогда задавал вам, ребята, вопрос. Какой контингент зрителей сидит у меня на канале? Я всегда думал, что у меня сидят, ну... Дети, ну, они и пишут, например, там, Рэй, спасибо тебе большое, там, я с 5 лет, сейчас мне 10 лет. Конечно, ребята, очень приятно получать такие комментарии. Уж не знаю, правда, неправда, надеюсь, это правда, потому что, ну, врать мне, как говорится, вам незачем. Как бы, ну, что вы этим хотите? Это вам должно быть приятно, что вот, я прям даже, ребята, удивлен, если, например, кто-то сидит и 5 лет, предположим, да, смотрит одного того же вот... Как бы летсплейщика, да, ютубера. Это дорогого стоит на самом деле. Потому что это, ну, как бы это твой костяк. Это твои постоянные зрители, в которых ты можешь быть уверен, что... Блин, что они... Ё-моё, мы что, потеряем? Кривоклыка получается сейчас. Нет, только не его, пожалуйста. Спасибо тебе большое. Мне придется, ребят, здесь потратиться. Вот. И вот здесь мне придется потратиться. Офигеть, траты, конечно, пошли. Не дай бог. Блин, у меня и груш нету. Купить, что ли? 280. Но если я не куплю, он 100% ребята его размажет. По пониженной. Вот как пить дать, придется брать. Он просто его размажет. Так что вот так вот, друзья.
Что-то сегодня день у меня такой. Выговориться мне захотелось. Выговорился наконец-то. Прям аж облегчение такое. Знаешь, как будто душу излил. Не, на самом деле, конечно, очень приятно, когда пишут там: Рэй, спасибо за детство, спасибо за это. Что может быть, ребята, благодарней, чем хороший отзыв от твоего, например, поклонника. Ну, не поклонника, как сказать, а твоего подписчика, да? Подписчика вот. Что может быть лучше для ютубера? Я не знаю. Ты понимаешь, что ты делаешь не зря, что кому-то это надо. Вообще, изначально, когда этот канал у меня... Вообще, когда я этим делом стал заниматься, я уже там объяснял в старых-старых еще сериях, как, к чему, как я вообще к этому пришел. Как и многие люди, мне нравились игры. Я играл очень долгое время. Вот. Просто я не думал, что на YouTube можно все это выкладывать. Я как бы смотрел YouTube, там некоторые иногда подсказки там-то. А потом подумал, блин, а почему бы мне самому этим не заняться? Ну там, видишь, там возникла следующая проблема у меня. Почему-то мне казалось, что там нужно все это... Там должна быть дорогая камера, да? Должен быть дорогущий микрофон. Там, я не знаю, хорошее железо должно быть. А знаешь, что на самом деле должно быть? Вот, ну, как по мне. Это, конечно, бесспорно, что должен быть как хороший там монитор, там хорошая, я не знаю, камера, микрофон, все это, свет. Вот. Но на самом деле я больше сложности получил. Одно дело, когда ты всю жизнь играешь, ну, в себе, втихаря, да, так скажем. А другое дело, когда тебе нужно общаться. Ну, ты представляешь, что такое общаться со зрителем, не видя его? То есть, вот как вот я сейчас с вами общаюсь, да? Мысленно представляю, да, что вот я сижу перед какой-то аудиторией, и мы с вами играем в эту игру. Ну, только вот это помогает. Но опять же, ребята, это же нужно было не просто, как тебе сказать, сделать. Нужно было... Ты посмотри старые мои видосики, я как там бубню. Там звука... Иной раз голоса моего не слышно. Там микрофон я манал. Там, наверное, самый задрипанский микрофон мира был бы, наверное, лучше, чем тот, который у меня был. То есть меня там ни хрена не слышно. Речь у меня там теряется. Знаешь, что-то давишься там. Потому что ничего не поставлено, потому что ты не знаешь, как... Ты не знаешь, что подобрать. Это уже с годами все уже начинается. Ребята, как тебе объяснить-то? Это уже входит в привычку. И для тебя, например, что-то объяснить по игре, или как-то там поделиться своими мыслями, или как-то скреативить, или где-то прикольнуться, посмешить, это уже не кажется что-то из ряда вон выходящим. Для тебя это кажется обычной нормой. Но когда ты только начинаешь этим заниматься, поверь, это огромная проблема. Я знаю только, ребята, единицы, у которых выстреливает прям вот, получается все с первого раза. Единицы. Ну это я знаю таких. А большинство людей, которые вот начинают, особенно когда начинают стримить, такие стримы нелепые, не общается, сидит, также играет, на него все смотрят. Да даже, честно говоря, даже продвинутые ютуберы так делают. Ну, не знаю, может быть, кому-то нравится в тишине сидеть, как бы, ну, не общаться со своими зрителями, это считаю тоже, как бы, это вот на Твиче особенно такое частенько прокатывает. Ну, каждому, конечно, свое, тут же главное... Подписчики же знают, что он молчит, значит, они подписываются. Значит, им нравится это молчание, значит, им нравится смотреть просто сам процесс игры. Ну что, ребята, добиваем последнего охламона, и событие у нас пройдено. Так, крутанем колесо и заберем опять древесина. Что ж вы... Древесина меня этой запичкали. Просто запичкали. Да, ребята, я, короче, не окупил все затраты, потому что я покупал груши, они мне обошлись в 286 рун. Ну ладно, хотя бы 3000 руны у нас есть. И на этом спасибо. Так, заберем награду. И не хватило, да? Так, ну что, давай, ребята, открываем серию испытаний, набор. Ох ты, рыбка. Древесина эпическая. Громель-защитник. Этот громель у меня есть. Но он же есть, это же повторка. Дубль. Это дубль. Так, это по максималке и загадочный пак. Давай с тобой откроем. Древоруб, притиголовый. Так, защитник. Ну и в принципе все. Так, древесину пока я не смогу
забрать, потому что я ее не потратил. Это я забираю. Это я забираю и, наверное, сразу же отправим. Сразу же отправим искать. Он, кстати, ребята, очень редко начинает приносить нам. Я его отправлял... Подожди, нет. Не сюда. Ошибочка небольшая вышла. Нам надо отправлять его вот за этими штуками. Сокровища ищу, сокровища. Пытаюсь, по крайней мере, ребят, найти. Одна шестеренка. Вот. Так что, если бы я, например, любил бы путешествовать, да, или у меня бы там была такая возможность, я бы, наверное, бы не занимался бы играми, я бы, наверное, бы занимался, ну, снимал бы свои там путешествия, да. Если бы, например, шарил бы в машинах, предположим, да, я бы, наверное, что-то снимал, контент, касающийся машин, как-то с ними разбираться. В общем, каждый подстраивается под свое, как бы, хобби. Чё я ляпнул? Ну да, в принципе, почему бы нет, хобби. То есть, если ты любишь играть в игры, почему бы тебе не играть и не показывать, как ты играешь? Да, ребят, сейчас вы скажете, блин, да ты играешь хреново. Ребят, я не могу играть во все идеально. Не могу во все идеально играть. Да, бывает, что где-то тупишь. Бывает, где-то неправильно делаешь. Где-то что-то не заметил, и ты копошишься, блин, по три часа, блин. Потом думаешь, ё-моё, да вот же оно лежит. Ну как ты, рейд, слепошара, не мог увидеть вот этого? Я не спорю, ребята, есть. Есть это все. Я очень уверен, что у многих людей есть такая фигня. Так что тут как бы ничего вообще, ребят, смешного нету. Ну да, тупанул. Сейчас скажешь, тупануть один раз или тупануть тысячу раз? Да хоть миллион, ребята, раз тупануть, тупанешь, блин. Не в этом суть. Суть в том, что если ты прошел игру, это уже хорошо. То есть ты не зря потратил свое, так сказать, время. Дай-ка я заберу здесь древесину. Блин, у меня уже опять 750 миллионов. Я, кстати, знаешь, что сделал? Я, наверное, вот так вот. Вот так вот я отправлю его прокачиваться. Пускай идет, качается. И, наверное, креветок тоже отправлю качаться. Так будет справедливее. Почему, ребята? Сейчас объясню. На прокачке они приносят нам офигенно много железа. Поэтому мне выгоднее его отправить сейчас прокачиваться, чтобы в дальнейшем мне его отправлять и получать больше железа или ресурсов те же самых. Только лишь всего. Также вот смотри, у нас змеевик. Ой, весночес. И вот, если прокачать, ты посмотри, он... Не будет, конечно, приносить нам это, но он будет приносить офигенно много рыбы. Эть, какой он прожорливый. Я совсем забыл, что он за рыбу качается. А древесину я даже не потратил. Сейчас мы посмотрим, куда эту древесину. Вот почему я его не отправил, а? А, он древесиной забит. Слушай, а куда мне древесину-то тогда потратить? Вот дела-то, а? Вот дела, друзья мои, я не знаю, на что мне потратить древесину. Ну, трындец просто какой-то. Так, тень зеленая. Зеленая тень, блин, смерть, конечно же. Уже все, ребят, зеленую тень вспомнил. Видимо, она по мне соскучилась. А знаешь, почему я сейчас не играю, ребята, очень долго? Растение против зомби-героя. Ты не поверишь. Я все выходные пытался снять серию, но как я только начинал снимать, я отхватывал люлей. Мне не давали шанса выиграть вообще, ребят. Я на этих легендарных заданиях просто погорел там полностью. Полностью, ребят. Вот. И просто до психоза. Просто до психоза, и я как бы решил сделать перерыв. Может быть, из-за того, что слишком часто играл, у меня уже начинает как бы выгорать по чуть-чуть. А... Выгорать это, ребят, самое плохое, потому что ты начинаешь потихонечку забивать на игру. И по итогу ты можешь вообще забить на нее окончательно. И будешь в нее возвращаться очень-очень нехотя. И то по большим каким-то там праздникам. Ну, как бы так, вкратце объяснил тебе. Надеюсь, ты тоже это понял. Так, ладно, ребят, хорош, давайте философию заканчивать и... Будут вопросы, пишите в комментариях, ребят. Как много вопросов накопится,
Я думаю, выделим какое-то время в каком-нибудь видосике и все это дело, как говорится, обмусолим. А вот сейчас мне пока, ребят, что-то мусолить и нечего, если честно. Я не знаю, куда мне древесину потратить. Дожили. Дожили. Рэй не знает, куда потратить древесину. Вообще никуда ее не потратить. Просто, ребят, висит мертвым грузом. Так, шторморез, шепот смерти, проныра стальной. Надо будет в следующей серии, ребята, нам набить паки. Вот что я тебе хочу сказать. Так что давай. Следующий громоль, кревет, водорез. Даже железо выпало. Сколько? 60. Ну, спасибо. 60 железа, ребят. Приятно получить. В общем, не могу я, ребят, никуда древесину эту деть. У меня еще здесь 737 миллионов дерева лежит. Ты представляешь? О, да. Древесинки у нас, конечно, много. Так, я награду, да, одну получил. И это у нас... Это опять у нас эти кубки. Опять эти кубки. А вот если бы у меня было бы премиум, ты посмотри, сколько бы, ребят, я получать бы, получил бы уже наград. Какова красота. Какова красота. Вот так вот. Эти не хухры-мухры. Ну что, друзья мои, в общем, на сегодня я выполнил свое задание. Мне нужно было закончить событие. Я его закончил с горем пополам. Опять же, не обошлось без трат. Но ничего не поделаешь. Так, вот она, свеча. Все, ребятушки, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.